Выхожу на станцию Лубянка и спускаюсь через подземный переход в сторону улицы Никольской. Сказочное настроение на улице Никольской – это просто прелесть. Январь, и совсем нет снега, и это необычно. Сейчас я ринусь в эту толпу. Терять мне некуда, я один. Как наше правительство экономит электричество на Новый год? Указателя нет налево, нам сообщают, что надо идти налево. Левее. Он закрыт. Короче, можно задом попятиться, как на машине, и сюда зайти. Ну что здесь делают люди? Просто тупо идут. Идут, идут и идут. Заставили нас идти вокруг по Ильинке. По прямой идти нельзя. Толпа идет неизвестно куда. Просто тупо все ходят. Никаких музыкальных представлений. Просто куча народа идет, идет и идет. На катке никого нет, наверное, очень дорого. Безумно много народу, смотреть нечего, кроме огоньков. Просто толпа людей. Адская очередь на улицу Никольская. Поставят памят на местах столицы. По праздничной вечерней Москве мы едем. Экскурсию проводит опытный экскурсовод. Я хожу по Красной площади, но такое ощущение, что я просто иду в толпе народа и смотрю по сторонам. Меня толкает, наступает на ноги. Здесь несколько десятков елок, жарят шашлыки, угощают чаем, одним словом, ярмарка. На этом я заканчиваю обзор новогодней Москвы 2018 года. Пишите, что вы об этом думаете. Если вам понравилось, пишите комментарии.
Всем приятного отдыха. Подпишись на наш канал, гуляй по миру и получай новые интересные видео.